Скажите, пожалуйста, как специалист, семечку, лузгу, которую завозят на поля, является ли она вообще удобрением? Как вы понимаете? Ну, как органическое удобрение, в принципе, да. Но тут есть другие проблемы возникают. В данном объеме отходов содержится большое количество семян заразихи и непонятных болезней серых гнили. Поэтому те хозяйства, которые занимаются интенсивно подсолнечником, для них данный вид удобрений неприемлем, потому что могут быть последствия непредсказуемы. Те, кто не занимается подсолнечником, а чисто сидит на зерновых культурах, то в принципе да. Можно ли подспудно какую-то разъяснительную работу или профилактическую провести с фермерами нашего там, района, но тем не менее они все равно опять оказываются на полях?